имя Отца и Сына и Святого Духа. Духовное прозрение, как и духовная слепота, это качества, приобретаемые в нашей жизни. И то, и другое. И есть большой риск не столько стать духовно зрячим, сколько духовно слепым. Большой, ну, немалый риск в нашей жизни. От неправильного, скажем, духовного устроения или от неправильной духовной ориентации, от неправильного целеполагания, от неправильного выстраивания приоритетов в нашей жизни. Ну, потому что ведь очень многие, как древние фарисеи, призывают имя Христа, вроде бы должны быть зрячими, а на самом деле не так все просто выходит. И часто бывает так, что в одни моменты, периоды жизни мы вроде бы видим, а в другие не факт. И оказываемся духовно в заблуждениях или даже действительно помрачение какое-то находит на сознание. И можем явно уподобляться тем самым фарисеям, которые считали себя именно знающие, видящие. Ну, в таком случае и Иисус говорит, если бы вы... Это вывод из этого всего чтения. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех на вас остается. Вот этот вот человек, который был слеп от рождения, что с ним произошло? Во-первых, ему возвращается не только нормальное физическое зрение, но он еще исповедует Христа сначала пророком, а потом и признает, и исповедует веру просто, не просто пророка, а в Сына Божия. Вот результат прозрения не только физического, но и духовного. Но даже и прозрение физическое для слепорожденного – это настоящее не просто чудо, а, как указывали древние комментаторы из святых отцов, это, можно сказать, новое творение, творение нового человека. Потому что если рассматривать устройство глаза и как человек видит, ну, с научной точки зрения, это удивительно сложный процесс, это удивительно сложный орган. И если чего-то, какой-то одной детали в этой цепи не достает, вот в устройстве глаза, например, хрусталик там, или зрительный нерв, или еще что-то там, палочки, колбочки всякие, вот какой-то одной детали не достает, то глаз не будет видеть. Или, например, сам процесс зрения. Если человек никогда не видел, он не знает, что такое видеть. Тут еще мозг подключается, сознание. И сразу, если человеку с точки зрения, опять же, нормальной, физической, дать зрение, он не будет ориентироваться в этом мире. Он не будет понимать, что он видит, если он никогда не видел. А тут все как-то сразу выстроилось, мгновенно, возвращается зрение, и слепой прекрасно видит и ориентируется. И это тоже какое-то сверхчудо получается. Но действительно новое творение. Чего-то у этого человека не хватало в органе зрения, и Иисус мгновенно исправляет этот дефект. Ну, не говоря уже о том, что он становится не только физически зрячим, но и духовно. А это, наверное, самое главное, что хочет сказать этот евангельский отрывок для всех. Повторяю, проблема в том, что люди, видящие физически, часто могут быть слепы духовно. По разным
разным причинам, и даже те, кто, повторяю, призывает имя Христа, если мы одолеваемы какими-то недугами, страстями, опять же, духовными, ненавистью или завистью, или даже любовью, к которой примешиваются какие-то недолжные мотивы, а обычно к чему-то светлому и хорошему всегда примешивается что-то и паразитирует на этом, на той же любви. Какая-то неуемная страсть, какая-то зависимость от этой любви. Вот примешивается к любви и тоже не дает человеку глядеть на вещи и на мир здраво, свободно. Потому что то, что порабощает, то, что затмевает духовные очи, то неизбежно лишает способности видеть мир, видеть вещи и видеть Бога такой, какой Он есть. А очень часто люди и на Бога проецируют свои какие-то желания, проекции, недовольства, недоумения и ожидания, может быть, напрасные ожидания. Проецируют на Бога, и потом, опять же, к тому ложному Богу, которому они представляют себе, потом они видят, что это ожидания были ложные, или представления они ложные, и начинают возмущаться или терять веру, и предъявлять претензии к Богу. Что вот оказывается, он совсем не такой, каким его ожидали некоторые люди. И потому разочарование, и потому, вот, что мир весь не так устроен, и почему так много в нем всякого плохого, и так далее, и тому подобное. Ну вот, приходит некоторое частичное прозрение, и люди не только не обретают веру, а даже ее теряют. И такое тоже случается. Вот, поэтому, конечно, на пути к духовному прозрению существует множество разных ловушек, множество разных искушений и неизбежно, и соблазны, которым, как Иисус говорит, придется прийти в мир. Да, горе тому, тем людям, через кого эти соблазны приходят, но они неизбежно придут в этот мир. И с этим приходится как-то жить. Вот, в апостольском чтении тоже совершенно удивительный момент описывается, как темничный страж, хранитель вот той самой темницы, в котором разные люди пребывали, и в которой посадили апостола Павла со спутниками, а перед этим они были, естественно, оклеветаны, обвинены в разных преступлениях недолжных. И вот они воспевали Бога, призывали очевидное имя Иисуса, и темничные засовы поколебались, и двери темницы растворились. Как это символично! Это же пасхальная весть по-настоящему. Когда мы воспеваем, что двери ада сокрушены, Христос воскрес, и ад теперь уже стонет, вопиет от своего бессилия. И вот это вот прообраз этого ада, этой внутренней темницы, и этот хранитель этой темницы, наконец, тоже прозревает по-своему. Сначала, видя, что узники, думая, что узники уже убежали, он пытается покончить с собой, но Павел говорит: не делай с собой ничего, мы все здесь. И в нем что-то тоже сдвигается мгновенно. Он прозревает и задает удивительный вопрос, вдруг ни с того ни с сего: «Государи мои, что мне сделать, чтобы спастись?» И ему ответ простой: «Веруй ты в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Но вот вроде бы люди и верующие в современном мире христиане, а впадают в какие-то тоже искушения, в ловушки, и впадают в свою какую-то внутреннюю темницу. Да, того, что веры всегда не хватает. Надо признать, что вера, она то есть, то ее нет. Вот, мы очень бываем слабы в вере, мы как трость ветром колеблемая.
Да, приходится это тоже признавать. «Верую, Господи, помоги моему неверию», как тоже мы читаем в одном эпизоде евангельском. Да, остается только возрастать в этой вере, укрепляться в этой вере. И при этом, конечно, чтобы неуклонно духовно прозревать, или чтобы снова не становиться духовно слепыми, важно, очень важно, не судить никого или обстоятельства людей, групп людей, власти там всякие или наших ближних, не судить со злобой, не судить с каким-то пристрастием, с обвинениями. Это, опять же, нам лично возвращается, так или иначе. Либо в виде недуга духовной слепоты, либо в том, что нас судят тоже несправедливо, как мы судим несправедливо других. Вот, много разных моментов здесь есть. Это тоже нас духовно ослепляет и порабощает. И только когда сами себя, так сказать, как в каждой службе мы прошение произносим, самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим, вот по-настоящему, не на словах, а по-настоящему, признавая при этом, что мы много чего не понимаем в нашей жизни и не поймем до конца, пока живем здесь и сейчас, в этом мире ограниченном, будучи сами ограниченными. Вот со смирением придется это принять. И вот тогда, когда придет это смирение с сознанием, что мало что мы понимаем в этой жизни, как мир устроен, и как Бог о нем промышляет, и почему именно так, а не так, как мы себе представляли раньше, вот тогда это будет скорее духовное прозрение. Без того, чтобы, повторяю, судить кого-то или что-то, или быть недовольными, или чего-то ожидать напрасно. Вот придет внутреннее успокоение и духовное освобождение. А с этим и все-таки большее духовное прозрение. Христос воскрес! Христос воскрес!